В регионе продолжается прием заявок на конкурс «Молодой предприниматель России-2014». Участником может стать любой бизнесмен в возрасте от 14 до 30 лет. Традиционно конкурс проводится в два этапа – региональный и всероссийский. Это дает возможность выявить, поощрить успешных молодых предпринимателей как на региональном, так и на федеральном уровнях. Главная цель проекта – формирование позитивного образа молодежного предпринимательства и поощрение талантливых молодых бизнесменов. Конкурс проводится в номинациях «Успешный старт», «Социально ответственный бизнес», «Сельское хозяйство», «Сфера услуг», «Женское предпринимательство», «Производство», «Семейный бизнес» и «Франчайзинг». Значит, в рамках этого конкурса молодые предприниматели могут подать заявку, написать несложную заявку, рассказать о своем бизнесе и тем самым получить возможность выиграть, стать лучшим предпринимателем в округе в одной из 8 номинаций и выиграть денежную премию. Значит, заявки у нас принимаются до 26 августа, и 28 сентября будет подведение итогов, на которые уже будут определены и озвучены победители. Заявку на участие в конкурсе можно подать в Центр поддержки молодежных инициатив по адресу улица Тыковылка, дом 2.